В Беларуси растет заболеваемость COVID-19, однако темп в два раза ниже прошлогоднего. Главная причина – дети вернулись в школы, а студенты – в вузы. Не так давно в стране выявили новый штамм – омикрон-ниндзя. Этот вариант может ускользать от иммунного ответа. Ко Дню народного единства в Бобруйске подготовлена масштабная программа. На 15 сентября запланирован региональный форум «Становление молодой семьи на основе преемственности традиций». На базе БЦБ состоится открытый диалог о молодежном парке, флешмоб «Память в сердце». Завершится праздник в субботу велопробегом в Еловиках и патриотическим концертом. В Бобруйске проходит единый день информирования. Главная тема – история белорусской государственности, основа гражданско-патриотического воспитания населения. Обсуждают ключевые достижения страны на современном этапе в цифрах и фактах. В Могилевской области за год больше 20 тысяч человек оформили биометрические документы. Сократились и сроки изготовления. В обычном порядке удостоверения выдают за 15 дней, в ускоренном – за 10, в срочном – за 5 рабочих. Можно вызвать специалиста на дом. Традиционные ярмарки сельхозпродуктов откроются уже 17 сентября. Дальше каждую субботу и воскресенье вплоть до 6 ноября. Время работы с 9 до 15. Основная торговля развернется на Горького вдоль 41-го дома. В этом году будет представлен большой ассортимент мясных и хлебобулочных изделий.